Дмитрий Викторович, насколько важно для вас сегодня было взять реванш за поражение дома? Ну, во-первых, мы о реванше не думали никаком. Мы приехали играть и, конечно, хотелось выиграть, потому что мы находимся не в очень хорошем состоянии, в турнирном хотелось вот это выделить. И у нас каждая игра, которая осталась до конца чемпионата, важная. Поэтому нужно набирать очки, чтобы не занять последнее место. Это была поставлена задача такая руководством. Мы пока справляемся. Так что о реванше мы никаком не думали. Мы думали о конкретной игре, которую надо было выиграть. Насколько довольны увиденным сегодня? Ну, я рад, конечно, что победили. Победили достаточно хорошую, сильную команду. Потому что мне очень понравилась игра «Факела» с «Квантом». Я ее просмотрел. Вот ребята молодые, бегут, обучены хорошо. Я тренеру это сказал, потому что сейчас самое время развивать наш футбол в связи с санкциями и ставку делать на молодых пацанов наших российских. Вот. А то, что мы выиграли, наверное, это заслуга ребят, которые приняли требования наши тренерские и работают в совсем другом режиме, более агрессивно, более энергозатратно, потому что не было предсезонной подготовки. Это для меня удивительно вообще, потому что когда мне сказали, что не было, как команда второй лиги, не было подготовки. Вот. И другая проблема, у нас очень мало народу, 15 человек, все, два вратаря. В 15 человек два вратаря входит. Вот. И нам вот приходится как-то выкручиваться, и каждый человек, наверное, на золото у нас. И когда вот травмы, карточки, я не знаю, что мы будем делать дальше.